Привет, друзья! В этом видео мы покажем, как мы ремонтировали водонагреватель Thermex IF50V. Водонагреватель поступил в ремонт с жалобой на то, что у него погасло табло и водонагреватель перестал греть. Обязательно досмотрите видео до конца, так вы сможете увидеть весь процесс ремонта полностью. Прежде чем мы начнем, поставьте лайк этому видео. И прямо сейчас подпишитесь на наш канал. Поехали! Нам поднесли водонагреватель Thermex IF50V. Перестал работать. Дисплей погас. Потеков на крышке нету. Смотрим. Сначала проверим, отжимается ли кнопка на термостате двойной защиты. Я не выиграл. Посмотрим. Теперь выходит ли напряжение из данного термостата. Отсоединяем контакты. Термостат исправен. Следовательно, из строя могли выйти как блок управления, так и панель. Проверим по очереди. Отсоединим, начнем с панели. Отсоединим панель. Тоже не появляется. Исходительно блок управления вышел электрически, вышел из строя. Нажимаем другой блок.
сила неисправности, блок электрический, нужно заменить. Заодно сразу проверим.
циклу, а потом 66, ну артикулом 247.
принципе, все, нагреватель готов к работе. Если вам потребовались оригинальные запчасти для водонагревателей Thermex IF50V, перейдите по ссылке, которую вы увидите у себя на экране. Также эту ссылку мы разместим в описании к этому видео. Здесь вы видите запчасти к любому водонагревателю этой серии. Также здесь вы можете найти свою конкретную модель водонагревателя или просто подобрать интересующую вас запчасть. Добавляйте нужный товар в корзину и отправляйте заказ нам. Поначалу платить ничего не нужно. Мы получим заказ, затем свяжемся с вами и уточним все детали. Для того, чтобы заказать запчасти для различного климатического оборудования, перейдите по ссылке, которую мы оставили в описании к этому видео. Если видео показалось вам полезным, поставьте нам лайк. Если видео не понравилось, смело жмите дизлайк. И обязательно подпишитесь на наш канал. До новых встреч!